Краснодвиговская улица Ахмед Османов представляет команду Республики Дагестан, город Хасавюрт, мастер спорта международного класса, тренеры Зелимхан Гусейнов, Магомед Дибиров. Ахмед Османов, серебряный призер первенства мира 2016 года. Его соперник, борец в синем трико, мастер спорта России Гаджимурат Алихмаев. Брянская область, параллельный зачет, Республика Дагестан. Школа Олимпийского резерва «Локомотив», город Брянск. Тренируется под руководством Николая Козлова, Абдурахмана Мирзоева. Thank you.
Победил Ахмед Усманов, Республика Дагестан. Первое место, золотая медаль.